излагается. Черный Йорк по кличке Амур. Вот такой самый нежный, самый ласковый ребенок. Настолько он нежный, что прям передать не могу. Любит очень человеческое внимание, любовь, ласку. В принципе, как и каждый питомец. Но он какой-то такой особенный, особенный, особенный. Нежный ребенок. Не хулиганит, не балуется, ни с кем не дерется. Вот такой прекрасный, прекрасный мальчик. Классный, классный. Мальчишечка будет чисто черном окрасе, без перецвета. Вот такой мальчишечка. Мальчик мелкий стандарт, крепкий, активный, любит побегать, поиграться, но он не шалун. Баловаться, думаю, дома не будет. Вот такой прекрасный, прекрасный ребенок. Мальчишечка редкого черного окраса. Вот ни единого пятнышка у него нет. Вот такой красивый, красивый. Волос хороший, тяжелый шелк. Он не путается практически. Ну, при должном уходе. Классный мальчик. Вот в поиске самой-самой ответственной семьи. Можно в семью с детками. Осторожным, конечно, нужно быть. Но мальчик крепкий. Крепкий. Он может прыгать по диванам, кроватям. Ну, осторожно нужно быть. Такой красавчик по кличке Амур. Ждет самую ответственную семью. Еще есть немножко времени для того, чтобы малыш смог приехать к вам под Новый год, под елочку. Возможно, подарок. Возможно, вы мечтали о каком-то необыкновенном, необычном питомце. Вот такой он прекрасный, прекрасный мальчик. Чисто черный Йорк. Это бывает очень-очень редко. Как и все наши детки, мальчик привит, имеет документы, клеймо, татушечку в паху. Вот такой замечательный малыш, просто замечательный. Классный, классный мальчик. Смотрите на его глаза, на его выражение мордочки. Просто суперский ребенок, суперский характер. Ой, прям хороший-хороший. Такой сладкий-сладкий мальчик. Ждет самую ответственную маму. Кого мальчишечка заинтересовал? Кто хочет, кто любит необычных вот таких прекрасных питомцев, пожалуйста, обращайтесь. Вайбер, ватсап, телеграм, телефончик под видео. Всегда рада общению. Звоните, пишите сразу в личное сообщение. Будем общаться, будем обсуждать доставочку. Можете немножечко о себе рассказать. Где вы проживаете, какая ваша семья. Всегда это очень приветствую и благодарю вас. Вы такой сладкий-сладкий мальчик. Вообще потрясающий по характеру. Он прям душечка-душечка, нежный, красивый ребенок. Вот такой золотой мальчишечка по кличке Амур, Амурчик. Кого заинтересовал, пишите. Скорее, скорее пишите, не откладывайте. Время идет, жизнь бежит. Будьте счастливы, делайте себя счастливыми людьми. Ведь если вы живете без собаки, как вы еще живете? Невозможно жить без собаки. Это просто счастье. Вот такие сладкие-сладкие детки у нас.